Скоро стану я седым и старым, уйду на пенсию писать свои мемуары. Напишу я, расскажу я все, как есть, как было. Расскажу я, с кем не ладил и кого любил я. Как энергичный танец. Девушку я встретил, и только 18 лет, а мне уж 23. Скоро стану, скоро стану я седым и старым. Вот тогда и напишу я эти мемуары. Я предлагаю Борщеву поставить на вид и разойтись по домам. Верно. Шестая серия сегодня. На вид у меня есть, Борис Петрович. У меня строгого с предупреждением нет. Да помолчи, я без тебя знаю. Товарищи, на вид у Борщева есть. У него строгого с предупреждением нету. Второй месяц на складе прокладок нету. Ну что же делать? Думай. А то ты астроном, чтоб думать. Может, можно где-нибудь достать. Да где ж я тебя достану? Что я, золотая рыбка, что ли? Ну, я отблагодарю. Дай-ка Дики у Львова. Была у меня тут где-то одна, своя собственная. Импортная. 2,80 за нее отдал. Японская. Пожалуйста. Ох, Лавкач. Кто это? А это мой друг Коля. Я тебя спрашиваю, кто это? Как твоя фамилия? Забыл. А ты вспомни. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, папа. Ну как? Уроки-то учите? Учат. Учите, учите. Без образования сейчас худо.